Друзья, почему-то зачастили сейчас вопросы по этим предупреждениям, которые прилетают нам в YouTube за видеоролики. Именно авторские права, нарушения еще по каким-то моментам. Сегодня мы с вами разберемся, как это работает, что это за нарушение, сколько и всего, чтобы не потерять ваш канал. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. У вас есть всего 3 предупреждения. Если вам 3 предупреждения прилетают в период за 90 дней, вы просто-напросто потеряете свой канал. Первое предупреждение, когда прилетает, вы даже увидите в своей творческой студии, в расширенной версии на ПК, я имею в виду через браузер, вам будет говориться то, что одну неделю вас лишают с какими-либо публикациями, чтобы это не было, в сообщество, какие-то короткие шорты и так далее, видео, ну и естественно, все остальное. Проходит 90 дней период, и если у вас прилетает второе предупреждение, то есть после 90 дней, оно будет считаться как первым, оно не будет считаться вторым, чтобы вы понимали. Если в период 90 дней второе прилетает, то вы лишаетесь на 2 недели публикации с теми же самыми условиями, и опять же в период 90 дней с этого момента, когда прилетело второе. Ну а если прилетит вам третье в период уже этого второго, то это грозит тем, что ваш канал могут удалить. Поэтому не сильно пугайтесь. Первое, даже несмотря на то, что вам прилетает предупреждение, не всегда есть это так. Почему? Потому что это все алгоритмы YouTube, это все проверяется программно. Поэтому у вас есть всегда право на подачу апелляции 2, а то и 3 раза. По крайней мере, 2 раза вы можете так подать, и 3 раз вы можете написать в техподдержку, чат техподдержки. Я вам закреплю все ссылки в описании под видео. Я 2 варианта записывал, как это делается, как подать апелляцию, что писать и точно так же, что писать в техподдержку. Все эти ссылки будут, конечно же, и в закрепленном комментарии. Поэтому смотрите, если будут у вас какие-то вопросы, всегда пишите 24/7, я с вами. Чем смогу, тем помогу и решим ваш вопрос. Подписка на канал, прожмите колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Дальше больше, скоро увидимся.